Инструменты ремесла у огненных отвратительных попугаев Carapsyticus calidus были твердые острые клювы для отрывания плоти и отгрызания мелких костей. Наиболее ярко окрашенные виды отвратительных попугаев имели красные кольца вокруг глаз, служившие признаком половой зрелости. Федукриста была примитивной нелетающей птицей с неоперенной головой, с длинным ярким гребнем и зубастым клювом. Зазубренный клюв был полезен для ловли мелкой добычи и мог также использоваться для срывания мяса с падали. У профанорниса, профанорнис сордикус, имелись длинные изогнутые клювы, предназначенные для выкапывания мелкой добычи или подъема объектов, чтобы добраться до беззащитных позвоночных. Длинные гребни самцов приобретали голубоватый оттенок в период размножения. Отвратительные попугаи острого черепа. Carapsyticus, что означает «отвратительный попугай», род хищных птиц, обитающих в низменностях острова Черепа. Эти животные семейства попугаев представлены на острове Черепа четырьмя видами – зеленый, красный, огненный и великий или большой попугай. Эти птицы имеют внешний вид, типичный для попугаев – большой и мощный клюв, широкие крылья, длинный хвост, красочное оперение. Как стервятники, они имеют голую голову и шею. Зеленый отвратительный попугай или зеленый плотоядный попугай Carapsyticus verdens достигал в размахе крыльев от 91 до 121 см, имея среди попугаев острова средние размеры. Красный отвратительный или плотоядный попугай Carapsyticus rufus был самым маленьким видом на острове, размах его крыльев равнялся от 66 до 76 см. А вот великий отвратительный или большой плотоядный попугай Carapsyticus maximus являлся самым крупным видом попугаев на острове, и размах его крыльев составлял от 121 до 152 см. Отвратительные попугаи населяли окраины джунглей, растущих в низменностях острова Черепа. Обычно живущие поодиночке, но в поисках пищи эти птицы непреднамеренно собирались в большие группы. Carapsyticus патрулировали окраины джунглей в поисках всех видов падали. Кроме того, в их рацион входили орехи, семена, насекомые и мелкие животные. Carapsyticus является потомками азиатских попугаев, которые прилетели на остров несколько миллионов лет назад и приспособились к жизни в суровых условиях посредством поедания падали. В росте эти птицы достигали до 70 см, весили до 10 кг и обитали в джунглях и низменностях острова Черепа. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ссылка будет в описании, поддержите проект. Oh, my God.